совсем не нужно. Повреждение, которого такого потихонечку вводилось в площадке. Ну и если разять ворота, 1-0 Берсен выходит вперед, делает это Анна. Понятно, что на финальной игра была в гостях, но именно Гомельский бычи. Регуляр почему не нанес поражение. Вариант Яновского тут поменьше возникает. Ну, показалось, что надо было бить девятки в это. Но при этом, потом быстро про это забыть. И 15 минут чистого времени отыграть абсолютно без единого стыка, без единого удала шила. Шила, да, тут люди говорят, что дура. И завязывает часовой. И пол части игры. И как минимум, всегда это дело плохо. А вот в этом сезоне как-то показалось, что да, есть, конечно, спад. Залетело, но чуть-чуть. Левитин Тихомонко, 23-й. На проходу Артема Романчика и 14-й номер Дмитрия Полякова. Главный тренер команды Дмитрий Михайлович Боровский. Что здесь? Да, вот так костяк команд достался, да, ушло. Так много человек, да, это Максим Борисович перешел в русскую столицу. Ивановский стал Гомельским игроком, да, перешел в бычье. Как на воде может также за него платить не надо. Пинчук! Гол! Есть! Есть гол! Один намного виднее. Немного яснее.
совсем уж не по-игрушке. Максим Воронин. Да, ну,